ошибок. Количество этих ошибок, совершенных режимом Путина, с тех пор, как он начал эту войну, привело к тому, что господин Путин войдет в историю не просто как исторический персонаж, но и как единица измерения. Есть шкала Рихтера для землетрясений, а будет шкала Путина для стратегических просчетов и исторических ошибок. В будущем будут говорить: «О, да тут накосячили на целый один Путин». «На целый один Путин? Ты что, да такое невозможно». «Нет-нет, на целый один Путин, я тебе говорю». Путин будет эталоном измерения ошибок, прямо начиная с 24 февраля. Его армия до 24 февраля вызывала страх. Теперь она вызывает жалость. Она вызывает жалость. Нет слов. Это сброд. Жалкий сброд, которым командуют дебилы. Это невероятно. Вот она, мощь России. Реально, что эта мощь из себя представляет.